Сашка, заслуженная собака. Ну, в общем, вы сами все видели, друзья. А сейчас долгожданная музыкальная пауза. Свои лучшие песни для вас поет наш лучший певец. Кто это? Нет, не то. Не чаще поющий человек, я имею в виду наш лучший певец, лучший голос. Кто певец лучший в пельменях? Мясников просто чаще других поет. А кто певец самый главный у нас? Соколов это сказал. Соколов еле говорит, вы говорите, поет. Все, я понял. Вы, наверное, не в курсе последних событий, конечно, вы же на отдыхе. Поднимите, пожалуйста, руки, кто слышал, как поет романсы Дмитрий Приходькин. Ну вот нам пятерым примерно на весь зал не повезло. Остальным повезло, для вас поет Вячеслав Мясников. Сейчас поговорим с вами. Вот скажите, пожалуйста, вот вопрос. Прямо вот с места не кричите. Что самое главное, когда вы приходите на концерт вот к любому артисту, неважно, хороший или плохой, что самое главное? Место. Место? Ну, у вас не самое лучшее, видимо, да? Что еще? Автограф? Еще что? Настроение. Ну, это обязательно, да? Нет, а вот еще есть важнее вещи. Аплодисменты тоже трезвый хорошо. Трезвый артист! Что? Трезвый артист! Трезвый артист, ну я трезвый. Отлично! Вот видите, у вас, значит, все совпало. Нет, вы все отвечаете неправильно. Самое главное, когда вы приходите на концерт к любому артисту, это селфи. Согласитесь, концерт не удался, если вы не сфотографировались с кем-то. Вот что я сейчас предлагаю сделать прямо сейчас, в декорации пельменей, фотографии со мной, но селфи. А потом вместо меня врежьте любое лицо, какое хотите. Можете Киркорова, можете Милана, ну, кто кому нравится. Поэтому сейчас выходите сюда, не превращая это в бардак. У нас есть Саша, она сейчас последит, чтобы это не превращалось в бардак. Саша, аплодисменты давайте. Саша очень хорошо за ним следит. Просто иногда меня роняют. Я не просто Сашу позвал. И роняют меня и продолжают фотографироваться. В Санкт-Петербурге меня уронили. И один мужчина засовывал мне мандарин в рот. Говорит, вон он, ну, пьяный мужчина. Ну что, а я буду пить, хорошо? А вы начинаете фотографироваться, аккуратненько, все, погнали. Весною птицы возвращаются с юга.
Спасибо за эти топленькие аплодисменты. Спасибо, знаете, как тяжело здесь. Ребят, давайте расходимся. Ну, правда, хватит. Сколько смог, со всеми сфотографировался. С кем не смог, уж вы извините, кто-то снял на видео.